Я еще где ездил, никогда не видел таких больших могучих озер. Преодоление трудностей – это стихия как? Да, я становлюсь более самостоятельной, более смелой. Там мы сделали удочки, вот смотрите, у некоторых не было удочек, так? Ну, дерево было, лески были, крючки были. Ну, и мы отрубили вот, например, вот такое длинное, вот такое дерево, ну, прямое. Ну, сделали леску там и крючок повесили. И такой, ну, неважно. Ну, и ловили так рыбу. Ловили где-то 12 штук. В лагере нашел целых 8 новых друзей. Ребята веселые, с ними можно посмеяться. Они не бросят там в трудную минуту. У нас команда очень дружная. Нужно думать не только о себе и о других. Нужно помогать своим товарищам. Всегда, даже когда они этого не просят. Инструктора очень такие дружелюбные, не кричат, все объясняют, если что-то непонятно. Она о нас заботится и для нас придумывает много разных вещей. Во-первых, они добрые очень, там, современные и в меру строгие. Это же тоже важно. Это лагерь. Здесь нужно учиться. Понравилась еда. Очень вкусно тут готовят. На самом деле, готовили как раз дети. А инструктора просто помогали, учили. С двумя кострами приходилось следить. Я носился от костра к костру. И чай разливал, готовил. Вот я в походе приготовила райские бутербродики. Помешивала, когда мы суп делали, воду помешивала. А тут раз, и что взяли, то взяли, то и надо есть. Я вот советую всем вот ребятам, вот, кто еще не ездил в этот лагерь, чтобы они вот приехали вот сюда, и радовались очень хорошо. Солнышку там. Этот лагерь чудо.